центре олимпийской подготовки по боксу прошел 11-й по счету турнир на Кубок губернатора региона. С 2004 года эти соревнования помогают выявлять потенциал юных спортсменов из города и районов. И Омскую область, как прекрасную площадку для развития бокса со своими традициями и чемпионами, отметил первый зампред правительства Вячеслав Синюгин. Бокс дает возможности всем практически людям заниматься. Он не требует огромных затрат для того, чтобы оборудовать какие-то дорогостоящие заведения и так далее. Все это, естественно, плюс традиция, которая была заведена уже достаточно много лет, и клуба губернатора проводится уже в 11-й раз. Все это дает вместе основание полагать, что это дает нам надеяться на наших новых молодых звезд. Спортсмены выявили сильнейших в 15 весовых категориях. Возглавил судейскую коллегию заслуженный тренер России Леонид Киселев, работавший в свое время с двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко. Каждый из юношей на ринге бился за победу, опираясь на пример старших товарищей, которые в этом году в составе 5 человек пробились на чемпионат России. Результатов, которые вот в этом году показан, он говорит о том, что мы на правильном пути. Очень приятно, что вот Леонид Николаевич Киселев вернулся и начал работать со взрослой сборной командой сборной области. И поэтому то, что у нас 5 человек пробилось на чемпионат России, это дорогого стоит. Постоянными участниками Кубка ежегодно являются спортсмены из Тарского, Тевриского, Исилькульского, Щербакульского и Калачинского районов. И в этом году на ринг вышли более 60 спортсменов из 20 клубов. Каждый со своей мотивацией, ребята боролись за трофеи и место в региональной сборной. Прежде чем сдаваться, подумай, ради чего ты шел, все это начинал. Ну, и ради чего ты это все начинал, поделись с нами. То, что у меня и в садике, и в начальной школе начинали обижать, и папа мне сказал, иди на бокс. И все, он меня привез уже к Олегу Владиславовичу. И Олег Владиславович сказал, то, что из него что-то получится, то, что есть у него это шанс победить. Финальные соревнования прошли 20 декабря, где судьи определили сильнейших юношей-боксеров, которые отправятся на февральское первенство Сибирского федерального округа в Иркутск. Уже известно, что лучше всех выступили бойцы клубов «Фаворит», «Триумф», «Боец», «Олимпия», «Чемпион» и детско-юношеской спортивной школы имени Охременко.